Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские футболисты проиграли товарищеский матч молдавским визави. Спартакиада школьников стартовала в Самаре. Вниз головой по веревке над воображаемой пропастью. Иван Дубровин туристическую полосу проходит без особых усилий. Говорит, все дело в подготовке. Главное – постоянно держать себя в форме. Сложнее всего просто закрепить рост и все. Появляется такой дух, что хочется победить. И все вместе собираться, вместе подбадривать друг друга. Ребята ловко обходят эстафетные фишки, преодолевают дистанцию с автоматами в руках. Играют в хоккей прямо на тротуаре. Никита Чугункин забил 2 мяча из 3. Спортивные мероприятия развивают там выносливость, также силу воли, самовыдержку. Но это поможет жизни, также развиваться будешь хорошо. На зимнюю спартакиаду, посвященную Дню защитника Отечества на аллее трудовой славы, собрались школьники со всех районов города, всего около 500 человек. Легкоатлетический, военно-прикладной этап и даже конкурс патриотической песни. Проявить себя ребята смогли на 5 соревновательных площадках. Школьники – победители районных туров. Так что здесь находятся, считайте, самые лучшие спортсмены нашего города. Те соревнования, где можно показать себя физически, конечно же, позволяют ребятам быть и взрослее, и ответственнее. В преддверии праздника тематические акции и соревнования под названием «Народ и армия едины» проходят целый месяц во всех самарских школах. Для учеников проходят классные часы, уроки мужества, интеллектуальные турниры. А лучшие школьники по традиции стоят в почетном карауле на площади славы у Вечного огня. Крылья Советов проиграли контрольный матч кишиневскому «Даче». 2-3 у самарцев мячи забили Игорь Горбатенко и Сергей Корнеленко. Накануне волжанам повезло больше. Они победили «Реал Мурси» со счетом 2-1. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.